Жители Украины ранним утром в понедельник вышли почтить память трагедии Чернобыльской АЭС. С момента аварии на атомной электростанции прошло ровно 35 лет. В преддверии этой печальной даты в Киеве рассекретили крупный массив документов, которые касались обстановки на АЭС накануне крупнейшей техногенной катастрофы в истории ядерной энергетики. 35 лет назад четвертый реактор станции взорвался. Общее число жертв достигло 4000 человек. Сюда включены и погибшие ликвидаторы, и те, кто умер от последствий облучения. В апреле 1986-го были эвакуированы 50 тысяч человек. После аварии возникла 30-километровая зона отчуждения, куда вошли не только территория станции город Припять, но и десятки населенных пунктов, находившихся по соседству.